Деловое утро на телеканале РБК. Так, россияне стали лучше жить, во всяком случае, средний класс. Как пишет сегодня РБК Дели, у этой социальной группы выросли доходы. Появилась возможность откладывать средства на будущее, при этом больше тратить. Подробности рассчитываем узнать в нашем традиционном обзоре прессы. У нас в гостях заместитель главного редактора РБК Дели Дмитрий Коптевенко. Дим, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но в итоге, как выглядит этот средний класс и кого к этой группе в России относят? Мы относимся, кстати, к среднему классу. Я думаю, что да, хотя эта категория очень размыта, и скорее это философский вопрос. Ты стал лучше что жить? Что такое средний класс? Да, хорошо, это средний класс. На самом деле мы основывались на так называемом потребительском индексе Иванова. Его рассчитывают по заказу Сбербанк CIB на основе опроса в 2300 человек в городах России. И средний класс по фамилии Иванов зарабатывает где-то 28 тысяч рублей. То есть это не так много, но вот именно вот люди с такими доходами подпадают у нас в Россию под понятие среднего класса. То есть 28 тысяч рублей. Это стали лучше жить. Да, они стали лучше жить. Их заработная плата тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Это, извини, это категоризация Сбербанка, что 30 тысяч – это средний класс? На самом деле, это категоризация, которая подходит под методологию Росстата. Угу. При этом форма опроса намного шире, поэтому аналитики могут узнать больше информации о потребителях. Угу. Например, многие из них стали больше сберегать. Но, опять же, тут нужно учитывать тот факт, что с Нового года у нас рубль обесценился больше, чем на 10%. Соответственно, скорее всего, речь идет о покупках валюты, но не из имеющихся уже сбережений, но не о том, чтобы люди начали больше откладывать как факт. Дима, вот тут написано, что... Значит, меньше 30 тысяч зарплата среднего класса, а какой-то Иванов $800 отложил. Это как получилось? Да, да, да. Это именно как раз фактор опасения жителей России, что их рублевые сбережения будут обесцениваться. Например, если в прошлом году соотношение рублевых и валютных счетов было где-то 85% на 15%, то сейчас это уже 70% на 30%, что говорит о том, что россияне перекладывают свои сбережения в валюту. Пора продавать. Там очень интересный факт заключается в том, что средний россиянин готов еще прикупить валюты где-то на $700 в среднем до конца первого полугодия. И аналитики из этого делают вывод, что ко второму полугодию сильный спрос на валюту станет ослабевать и фактически сойдет на нет, потому что больше сбережений у россиян нет. То есть валюта это на все, на что тратится средний класс? Ну, есть позитивные тенденции, связанные с тем, что средний чек в продуктовом магазине вырос, правда, только на 4 рубля, но это тоже показатель, хотя бы незначительный. Россияне стали больше тратить на покупки, и это, кстати, подтверждают участники рынка недвижимости и автодилеры. Это говорит прежде всего не о том, что россияне стали больше зарабатывать. Хотя в первом квартале действительно был фактор выплат бонусов, годовых премий, поэтому часть денег стало больше. Скорее, речь идет о том, что как раз сбережения люди инвестируют кто в недвижимость, кто в автомобили. Например, очень интересный факт в том, что риэлторы заметили, в первом квартале было много совершено сделок со 100% предоплатой. То есть люди просто несут деньги, покупая квартиру. Ну, будем надеяться, что все-таки средний класс не будет помещен в палеонтологический музей под видом динозавров в условиях стагнирующей экономики и всего остального. Спасибо, Дима. Но единственный прогноз, как продлится такой тренд на улучшение жизни среднего класса? Я думаю, что это временное явление и станет, во втором полугодии станет заметно хуже. Спасибо, Дмитрий Коптевенко, заместитель главного редактора РБК Дели. Сегодня у нас был в гостях. Вот РБК Дели пишет о том, что средний класс стал жить лучше. Ты, Дима, средний класс?